Добрый день, уважаемый народ Украины, уважаемые представители средств массовой информации. Сегодня совершенно очевидно, что действующая власть системным и циничным повышением тарифов загнала людей за черту, когда они больше не в состоянии платить за тепло, свет и газ в своих домах. Приведу простой пример. Всего за месяц после очередного повышения тарифов на газ неплатежи жителей Днепропетровской области за него выросли на 25%. С начала отопительного периода задолженность жителей области выросла на 500 000 000 гривен, и сейчас долги за газ превысили уже 2,5 миллиарда. В то же время есть реальная угроза, что неплательщикам в случае непогашения долга будет прекращена поставка газа. Уже обрезаны от газоснабжения более 1600 домов и квартир. Напомню, что ранее было принято еще более циничное по отношению к людям решение, что с 1 декабря «Нефтегаз Украины» получил право давать поручение на отключение тепловиков при наличии задолженности за газ. Более того, НКРЕКУ обязала газораспределительные компании следовать этим указаниям. И данное постановление НКРЕКП до сих пор не отменено, несмотря на принятое постановление Кабинета министров в отношении недопущения отключения газа в отопительный период на теплоснабжающее предприятие. В то же время Нацкомиссия повысила тарифы на тепло по многим теплогенерирующим предприятиям страны с 1 января от 12 до 30%. Ко мне приходят люди и говорят, что они уже реально боятся открывать платежные документы. То есть страна уже находится в стадии коллапса неплатежей. Общий долг населения по коммуналке сегодня составляет около 40 миллиардов гривен. И он будет только расти, потому что у многих людей еще отобрали и субсидии. Ко мне на прием приходят люди, у которых отобрали субсидии, и уже 4 из 5 людей, которые раньше имели право на льготы и субсидии, сегодня их потеряли благодаря так называемым множествам Министерства социальной политики. А надеяться на то, что люди своих крайне скромных зарплат и пенсий, обещанное повышение которых уже давно съела инфляция, заплатят по несколько тысяч в месяц за коммуналку, точно не приходится. И что в итоге? Остановленные без газа котельные, размороженные трубы и замерзающие в своих домах люди, к сожалению, эта картина уже реальность. Поэтому мы требуем немедленно отменить повышение цен на газ и ввести мораторий на дальнейшее повышение тарифов на коммунальные услуги. А как известно, такие планы у правительства уже есть. В то же время есть сотни решений и обращений местных советов с требованием отменить повышение тарифов. Власть должна прислушаться к мнению депутатов от городов, районов и сел. Более того, еще в 2015 году мы зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о введении моратория на повышение тарифов ЖКХ. Мы требуем, чтобы мораторий был принят. Также мы требуем сохранить упрощенную систему начисления субсидий. Все эти решения должны быть приняты незамедлительно. Напряжение в стране из-за фактического обнищания людей достигло критической отметки. Необходимо немедленно остановить экономические эксперименты власти по отношению над народом Украины. Спасибо за внимание.